ставь лайк, если ты хочешь себе такой бэт-мотоцикл. Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем с вами в Gotham Knight. В общем, я решил, что одной серии, наверное, будет недостаточно, чтобы ознакомиться с этой игрой, поэтому давайте дальше посмотрим. Так, что нам делать? Ага, спуститься вниз. Бэтцикл. Вы можете вызвать бэтцикл, когда окажетесь рядом с дорогой. Вызвать бэтцикл. Ага, нифига себе. Мотоцикл, короче. Кто не видел предыдущую серию, смотрите. Он появляется из ниоткуда. Вау. Очуметь. Нифига себе. Ставь лайк, если ты хочешь себе такой бэт-мотоцикл. Хорош. Ну что, погнали? Ну что, народ, погнали нафиг? Так, как ехать-то? Ну что? Так, ускориться. Отличный костюм. Система GPS Bat-Compu позволила видеть направление. Да блин, из-за этого экрана я не вижу, как там управлять. Ух, надо быть. Хорошо, возвращаюсь в колокольню с подарком. Да, мы нашли, короче, жесткий диск, и нам нужно, видимо, вернуться. Я не знаю, сколько у меня сейчас FPS, потому что счетчик у меня теперь заглючил. Так, дальняя атака. А, в смысле могу... А, вон тормоз, катапультироваться, сбегать в сражение с офицером JTPD. Ну, то есть, короче, с полицейскими. О, ну, судя по графике, FPS что-то вообще у меня просел, походу. Ну и да, и говорили, что вроде как... А, люди ходят, смотри, да, в городе даже кто-то живет. А, вроде говорили, да, что на мотоцикле вообще FPS падает до непонятных значений. Так, на эту кнопку я могу кручу. Погнали. Эй, нет, не туда. Ладно, сюда нам. Давай, едем. Ага, мы возвращаемся к колокольне, видимо. Кругом полицейский, смотри. А не, полиция, я с вами не это. Что там я могу, катапультироваться? А, вот так. Нифига себе. А куда моцик делся? Ага, мне туда. А, вот он. Здорово, как сесть? А, на А, все понял. Едем дальше. Погнали. Это что? Эй. А, чтобы сделать вилли? А, вот так? А, прикольно. То есть он может, правда, на дыбы вставать и... Смотри, может эти всякие... преодолевать. Ну нет, такую, короче, препятствие такое не может преодолеть. Понял, понял. А кто там был? Там враги были, алло? Сделать его... Я не понял, там враги были или полицейские были? С полицейскими сказали мне не связываться. А вот с рогами, видимо, можно. Ух-ху-ху, красиво, слушайте. Здорово. Здорово. Как дела, вражины? Опять что-то, смотри, FPS. Пипец! Что с FPS опять в этой игре? Я не понимаю, чуваки. Просто FPS в какой-то момент просто падает до непонятных размеров. Смотри, что. Я... Вообще пипец. Смотри, что происходит, а. Бросай оружие, ложись на землю. Не, не буду. Тихо. Давайте уже их вырубим, короче, и потом я перезагружу игру. Ну, ты меня напрягает капитально. О, боже, с меня попали по башке. Ой-ой-ой. Там что-то какой-то удар у меня был, но... Так, да блин, как тебя схватить? А вот, схватил? Бросок? Давай. А, просто бросил? Ух, хорош. Просто FPS куда-то вдруг в жопу ушел. Я не понимаю. Ну-ка, подожди, в настройки давай зайдем. Короче, не знаю, чуваки, перезагрузил. Сейчас вроде бы нормально с FPS.
Так, езда на заднем колесе. Удерживайте, чтобы сделать вилли. Что это значит вилли? На! Держи. Короче, проезжаю всех этих. Это полиция, что-то говорит, остановитесь. Вот сейчас, да, за нами вертолет опять начнет гнаться. Вон, видите? Вроде все нормально, пока что-то все хорошо. Вот сейчас же не падает, понимаешь? А какой-то момент, потом бах. Ушел нафиг. Ой, бросайте оружие, не бегите, ага, сейчас. А почему за нами полиция гонится? А, да, там типа Бэтмен же сказал, что мы типа себя дискредитировали, там то-то-сё. Нам нужно вернуться в какую-то башню. А, колокольню, да, Бэтмен же сказал, что типа он выделил для нас колокольню какую-то. Ага, вот он, все, возвращаемся. Отлично. Не знаю, сколько FPS, но где-то примерно в районе 40, по-моему, когда едешь на мотоцикле, падает просто бешено. В среднем где-то 90 было, но на мотоцикле падает до 40, до 50 где-то так. По ощущениям. Но вот сейчас где-то нормально уже видно, что 90 FPS. Но вот сейчас постараюсь счетчик включить, но почему-то в этой игре он работает через раз. Ну и да ладно. Пофигу. Давайте смотреть дальше, что там у нас. По сюжету. Короче, мы ворвались к какому-то ученому. Я даже не знаю, для чего, почему. Ну, короче, какой-то диск у него нашли. Ну, графика такая себе. Графика, я бы не сказал, что просто что-то супер-пупер. Мне кажется, в Arkham Asylum, не Asylum, а какая там, Arkham Knight. Вот, рыцарь Архема. Да, последняя, по-моему, была. Так, продолжит, да, продолжит. А, ну. Хорошая работа, захватить диск из лаборатории. А, вы все здесь? У нас есть хоть какое-то представление, что это было? Трудно сказать, что-то определенное. Ага, вот они все здесь, прикинь. Вот это вот меня бесит, что вот это каждый щелчок там комментируется. Звук компьютера. Для чего это, я не понял. Как только мы доберемся до данных, мы сможем понять, что делать дальше. Типа, кликает по клавиатуре. Я ухожу, я не собираюсь сидеть и ждать. Чтобы это не было за дерьмо. Мы здесь, мы ждем разведданных, Джейсон. Как только они у нас появятся, мы поедем. Уйди. Я решу, что делать дальше, типа сам. Прекратите! Он хотел, чтобы мы работали над этим вместе. Ну, в смысле, Бэтмен. Whatever. Неважно. Ты все усложняешь, парень. Или это все усложняет? Думаю, раз уж мы все равно ждем, мы могли бы еще раз взглянуть на то, что у Брюса было на Лэндстрома. Черт, должно быть, это был вторичный выключатель, основной вышел из строя несколько месяцев назад. Так, и я, говорит, разберусь типа с этим. О, опять включилось. Не нужно. Альфред, я установил большой ремонт, который продержится некоторое время. Я не был уверен, что увижу тебя, Альфред. Я всегда буду здесь, когда понадоблюсь вам, мистер Ричард. Когда я понадоблюсь любому из вас. Я рад, что ты здесь. А как я рад, мастер Тим! Это место нуждается в работе. Компьютерные звуки. Проклятие, у нас активность по всему городу. Sweet. Мило. Looks like my plan Похоже, мой план победил. Hold up. Стой. Нам все еще нужна информация. И Альфред не может в одиночку обставить это место. Indeed, действительно, мисс Гордон. У меня есть список материалов, которые нам понадобятся. Я могу сделать это сам, но будет быстрее, если вы мне поможете. Ты можешь рассчитывать на нас, Альфред? Мы все поделим. Давайте закончим то, что начал Брюс. Давайте, чувачки, закончите уже ремонт в доме. Да, и чё? Чё мне делать? Новая запись в базе данных. О, 1-1 Кирк Лэнгстром, плюс 2000 опыта. Дело расследования в лаборатории, удержите А для просмотра. Могу я с колпаком поговорить? Откройте меню способностей, потратьте очки способностей. А где меню способностей? Это чё, базовая подготовка? Базовая подготовка. Подожди, а что мне? А как меню способности? Куда зайти-то?
Фоторежим, социальный. Подожди, а как поговорить? Ну давай поговорим с Колпаком. Секретная лаборатория Лэнгстрома была жутковата, но в то же время... А что насчет карьеры? Нашли ли вы там что-нибудь? Если под интересным ты подразумеваешь бесполезные кучи камней и заброшенное место, то да. Лучше бы этот жесткий диск дал нам ответ, иначе мы вернемся к началу. Лэнгстром не стал бы шифровать диск, если бы на нем не было чего-то важного. Ну, логично. Если мы все займемся этим делом, я уверен, мы сможем... Мы должны быть там и получать ответы, а не сидеть и ждать. Черт возьми, Брюс что-то скрывает от нас. Я должен был понять, что что-то не так, если бы... Короче, если бы я умел читать быстрее, может, он был бы жив, или, может быть, ты тоже был бы мертв. Думаю, мы никогда не узнаем. Просто обещай мне, что если ты что-то найдешь, то, типа, мне, ты поделишься этим с командой. Джейсон? Да, хорошо. Ну, короче, ничего нам Колпак не сказал. Зайдите, говорит, откройте меню способностей. А где они? Открыть бэт-компьютер. Окей. А, вот, господи. Окей, продолжим. Так, что у нас есть? Может быть, легкие ноги? Ага, у меня одно очко. Уровень второй, одно очко, да. А, ну мне именно вот это надо. Робин выполняет своевременное уклонение и создает концентрацию, позволяет провести последующую идеальную атаку. Ну давай. Окей. По мере продолжения расследования каждый герой может открыть уникальные быстрые способности. Используйте меню быстрые способности, чтобы просмотреть условия разблокировки и разблокированные способности. Окей, я понял. РБ и А, да, нажать мне? Одежда, вау. Что тут есть? Костюм будущего? Нифига себе! Могу его выбрать? Что за... Не, да ну нафиг, что за костюмчик такой? Подожди, там крафтинг какой-то. А, вот крафтинг. Костюмы. Боже, моды. Стили. Текущий костюм. О, новая охрана, а как его открыть? Так, костюм трансмогов не могут быть... Подожди. Смотри, сколько костюмов. Титан. Вечность. Год первый. Неоновый нуар. Демон. Частный. Металл. За пределами. Вау, вот это прикольно, смотри. Рыцарский, вот это да. Шиноби. Прометей Ньюгард, новый защитник. Рыцарь. Воу, вот классический костюм. Когти. Рыцарство. Ну, это уже какой-то ассасин какой-то. Ну, прикольно, смотри. А тут что-то можно как-то настраивать, вернуть, повернуть. Как это? А, во, маски могу менять. Цветовая гамма. Цветовая гамма не меняется? А, все заблокировано у меня. Не, есть вот такая. Вау, серенький, смотри. Прикольно, ты посмотри, сколько тут кастомизации. Ну, я оставлю, наверное, классический такой. Почему Е? Все. Сохранилось? Да. Все, ладно, валим отсюда. А как мне выйти в город? Где выход? А, вот. Выход из колокольни. Выйти из Белфри и начать сегодняшнее патрулирование. Да, давай начнем. А что делать? Я даже не понял. Какое у меня задание? Удержите А, чтобы ехать на одном колесе. Но это я уже понял. Все, выходим, загрузочки. Ну, в принципе, недолгие. Обучение преступности. Нажмите R, чтобы, короче, отобразить близлежащее преступление. Они появляются в виде... Ага, так, понял. Продолжить. То есть я нажимаю и вижу какие-то преступления, да? Удерживайте так, чтобы... Ага, просмотр карты. Карта Готэм Сити. Преступление, которое вы обнаружите во время патрулирования, можно увидеть на карте. Найду с любым доступным вам. Ну, понял. А, вот оно. Допустим, преступление, да? Ага, на карте. Все понял. Ладно, разберемся по ходу. Правда, я не... А, вон, преступления какие-то. Так, 100 метров, 190 метров. 90 метров. Вижу. Что там? А, блин, какое управление тупое. Так, стрелок какой-то. Так, как мне туда проскакать быстренько? Ага, вот сюда, допустим. Ага, сюда. Сюда. Поехали. Так, где они там? Вон оно преступление. Так, давай сюда. И теперь... Атака с воздуха. Ага.
Еще немного. Так, что они делают? Стрелок мафиози. А это боец мафиози. Так, побеждайте преступника, чтобы собрать улики. У меня сейчас задание. Атака с воздуха. Ну что ж, давай. Здорово. Что вы тут делаете, чувачки? У меня вроде там что-то было. А, он стреляет, нифига себе. Ты чё, офонарил? О, красиво. Вырубил? Так, мне дают опыт какой-то. Нифига у него калаш, смотри. Нормас. Я так и не понял, чуваки. У меня там какой-то мне дали... Так, открыть файлы дела, испытания. Вот, способности, смотри. Какую-то же способность мне дали, вот эту быструю. Как ее использовать, я чуть не понял. Робин уклоняется и создает приманку. Ага, вот. Удержите РБ плюс А. Но для этого нужна какая-то концентрация, заряд энергии. А у меня есть заряд энергии? А, вон он снизу, смотри. Вот, да-да-да. Вот, все, понял. Так, ладно, идем дальше. Преступление ищем. Вон там какой-то есть. Так, ладно, давай. Как быстро бегать, я так и не понял. Ага. Где преступление? Вон, 46 метров. Так, отсюда я смогу? Это, видимо... А, вот отсюда смогу. Так, атака с воздуха. Ну, давай, атакуем. Уху-ху-ху! Вот тут красиво! Здорово, чуваки! А, все, вот теперь у меня есть концентрация, смотри. Вот, видал, я создал? Ага. Чё там, кидаешь что-то? Давай. А чё они так подсвечиваются по-дурацки? Здорово. Ух, красиво. Не, давай вот это. Как-то могу тебя захватить, нет? Ой, боже. Схвати его. Вот. О, допросить смогу. Давай. Скажи мне, что ты знаешь. Ну, это новый вид танца. Вот что вы должны знать. Спасибо за подсказки. Вид танца. Так, Белфри, слушай, рад сообщить, что теперь мы полностью готовы к работе по-прежнему. Что случилось? The hard drive from Langstrom's lab requires a biodecryption key. Biodecryption is way better than pizza. Yes, I'm heading to the north end. Indeed, with nights in Gotham as they are, it should be quiet at the station. Relatively. Sounds good. I'll check in when I get there. Альфреда. Как послушать? Ну, я могу туда. И прыжок, хоп. И сразу туда. И прыжок, вот нажал. Оп. Так. Ого, 500 метров мне туда двигать? Блин, а почему я летать не умею? Летать не умею, прикиньте, чуваки. Это плохо, об этом-то умел летать. Ладно. А, он с края прыгает, прикинь. Да. Но достаточно быстро я тут передвигаюсь. Ух, хорошо. Давай туда. Хап-хап. Так, ну. Я вроде убирал размытие. Не знаю, есть оно, нет? Во. Летим туда. Давай, залазь. 56 гектар. Гражданин, много уродов, говорит, полно. Так, как мне еще быстрее передвигаться? Нет? А, вот так. Так, туда. А, все, приехал. Полицейский участок? А что здесь надо? Блин, я не... Нам нужны все доступные подразделения. Диспетчер, они не поймут, что их ударило. Так, а что мне тут делать? Так, чего ночь в участке? Если повезет, то попробуемся... то пробраться внутрь сможем, типа. Тут прыжок. Подожди, а мне куда? Ага, мне вот на то здание. А зачем ты крадешься? Давай, поехали.
Блин, ну пока такое себе, какие-то способности у него не особо. Ага, нам в ту сторону, давай посмотрим, тут кто-то есть вообще, нет? А, вон там что-то я вижу. Так, фиг его знает. Это что такое? Угу. Я пока, видимо, не могу с этим взаимодействовать, чуваки. Так, мне сюда, что ли? Да, сюда. Окей, побежали. О. Так, войдите в штаб-карту бонуса, оставаться незамеченным. А, понял. Тут, короче, полицейских, видимо, полно. Ага. Индикатор обнаружения. Заполняет. Это означает, что враги будут вас искать. Блин, я не понял. Мне, видимо, полицейских нельзя трогать, да? А куда мне надо проникнуть-то? Так, вот сюда, что ли? Видимо, да. Ладно, погнали. Давай ближе вот сюда. Что, по машинам не можешь ходить? Видимо, сюда, чуваки. Так, войти. Ну, я остался незамеченным. И чё? Дадут мне какую-то награду? Так, используйте для быстрого, что? Следующий совет. А, вот. Отслеживание для выбора и отслеживание конкретного преступления на карте Готэм Сити. А, все понял. То есть можно... Так, Робин. Что дальше? Я по-прежнему должен быть так. Найдите способ миновать станцию охраны. А где станция охраны? Я в зоне. Если бы я был Морган, где бы я был? Морг находится на дальней стороне буфета. Убедись, что копы... А, короче, они хотят этого ученого, видимо, труп, да, посмотреть. Так, сюда нельзя залезть, нет. А мне обязательно красться? И, видимо, нет. Подойти-то. Может быть, я смогу найти обходной путь? Да, видимо, есть обходной путь. Давай залезем. Угу. Чёртовы уроды, это... Школа моей дочери. Несколько человек в камере. Один ошейник на допросе. Я бы заплатил 100 баксов за 5 минут. Что? Так, короче, ладно. Ну, все понятно, нам надо ползти дальше. Фу, как тут вонючо у вас. Кто-нибудь претендовал на это тело неизвестного? Нет. Черт, в морге сейчас полно этих ученых. Полно ученых. Выключил свою камеру прямо перед... Она была предана Гордону, таким полицейским, что-то непонятно. Так, вы хоть знаете, что о вас говорят? Встаньте! Смотри, это допрос, да? Гордон здесь. Кстати, Гордон тоже умер, чуваки. Гордон тоже умер. Кто не знает, это детектив. Хочешь спасти Готэм? Отлично, уйди с глаз моих долой и замести что-нибудь полезное для разоблачения. Так, это не слышно, что тут базарит. Ладно, пошли дальше. А... Полицейские вообще какие-то здесь лохи просто. Я просто взял, прошел мимо. Все, прошел в полицейский участок, проник, прикинь. Ага, это камера. О-о-о. Здорово. О боже, я понял. Ешьте студентов, зажарьте богачей, сделайте его острым. Заткнись, чё-то, чёртов псих. Чокнутый псих. Где он? А, вон полицейский ходит. Он охраняет здесь. О, там какой-то сундучок или чё? Да. Клянусь! Перекрестите мой трекер. Подожди, я видел сундучок какой-то. А вот. О мой гад! Уничтожены бэт-сигнал! Не могу поверить, что они просто взяли и уничтожили! Бэт-сигнал — это то, как покойный комиссар Джеймс Гордон вызывал Бэтмен...
выпнул штаб-квартиру полиции. Даже когда время шло, их отношения переросли необходимость в этом, Джим по-прежнему использовал. Ага, он говорит, что это общение с жителем Готэм Сити, что Бэтмен где-то рядом. О, прикольно. После смерти Джима новый комиссар Кэтрин Кейн приказала снять Бэт-сигнал с крыши и представить его в качестве доказательства. Нифига себе. А, здесь, короче, это комната улик. Это чучу. Бриллиант, украденный женщиной-кошкой. Это да, это комната улик. Так, ну прочитать Селина Кайла, она же женщина-кошка. Несколько фунтов бриллиантов украдены из ювелирного магазина Готэм Сити. Ну, ее, видимо, поймали и забрали, да? Что тут еще есть? Ого, броня какая-то. Смотри, ну, демона похож. Это Рассельгул, что ли? Церемониальный костюм, подозреваем, неизвестно. Примечание, церемониальный костюм найден на неопознанном теле, извлеченном из руин поместья Уэйна, включает накидку и несколько деталей из 10-каратного золота. Костюм, судя по всему, не довольно старый и, вероятно, стоит 1000. О, прикольно. Ну, это да, чревовещатель. Лицо со шрамом, предмет, манекен чревовещателя, подозреваемый Пейтон Райли, она же чревовещатель. Она же? Это же он! Деревянная кукла чревовещателя, известна как лицо со шрамом, взятого Пейтона Райли, дочери тяжеловеса... Шон Райли, дочь тяжеловеса ирландской мафии. Пейтон Райли заявляет о своей невиновности по всем предъявлениям его обвинения, утверждая, что он на самом деле виноват манекен. Это включает в себя два убийства. Жесть. То есть, эта дочка уже продолжила, типа... За чревовещателя, или я что-то путаю, фиг его знает. Но мне казалось, что чревовещатель — это он. Так, открывать сундуки, чтобы найти различные награды. И что я нашел? Грудь. Обучение грудь. И что я нашел-то? Да так, ладно, идем дальше. Доберитесь до офицерского буфета. Ну давай, это буфет? Блин, а нафиг я хожу по стелсу? А здесь есть что обыскать? Нету. Так, ну окей, какие-то сундуки по городу, видимо, разбросаны. Я говорю, здесь... Да, камера видеонаблюдения. Камеры наблюдения могут предупредить ближайших врагов о вашем местонахождении, вызвать подкрепление или активировать другие меры безопасности. Совет. Используйте AR для поиска ближайшей панели управления. Используйте панель управления, чтобы деактивировать камеру. Ага. Офицер. Так. Блин, как вот это убрать, господи, на весь экран? Кто-нибудь видит? Я вижу только сундук тут, походу, да? Ага. Так, вон камера. Вот сундучок. Чё дают-то за сундук? 5500 что-то там у меня. 5517. И что это значит? Так, камера одна. Камера... Куда-то какие-то лучи идут, а что за лучи, не понимаю, что это. Так, вот так это быстро... Стелс. Мне вниз надо, видимо, спускаться, да, все-таки? Тут просто вот улики какие-то. Ну-ка, проверить. Так, отчет о деятельности мстителей Красный Колпак. Преступник зэка Красный Колпак является главным подразделением в казни нескольких других преступников. Ага, ясно. Так, полицию мне трогать нельзя. Там где-то... Ага, вот лучи, видимо, показывают, куда... Куда, короче, это, да? Ладно, давай попробуем пройти здесь. Да, куда мне надо идти и, короче, вырубить камеры. Так, вот тут еще что-то есть. Так, а что... Так, Бэтгёрл. Мстительница по имени Бэтгёрл демонстрирует главное. Почему они здесь мстителями называют их? Че, какая-то отсылка или рофл? Что это? Так, ну ладно, я... Как мне вот этих двоих отвлечь-то? А, я могу вот сюда запрыгнуть, пойдем. Так. Давай смотреть дальше, что. Камеры, да, вон туда все.
Ага, я могу пройти сюда. Things changed a lot since Commissioner Gordon died. Так, все говорит, изменилось в городе после смерти Джейсона Гордона. Так, а куда дальше-то, Робин? Вниз, но там два чувака просто стоят. А нет, один ушел. Они побазарили и отошли. Ага. Ну, давай попробуем. Быстренько. А, вон, как еще я могу быстро перемещаться. Это что? Вот он, комиссар Гордон, видимо, да? Кто его убил? Что-то тоже непонятно. А, вот, блок. Управление. Включаю камеры. Ну и что мне это дает? Я не понимаю. Давай быстрее. Так, ну тут уже можно бежать, мне кажется, нет? Черт, похоже, не каждый может зайти в морг. У кого-то должен быть ключ, может, у сержанта? У какого сержанта еще? Вы серьезно? Мне теперь туда возвращаться? Так, атака с воздуха. А зачем? Вроде бы сказали полицейских не трогать, нет? Вроде же сказали полицейских не трогать. Так, тут что? Робин. Неизвестный мститель Робин. Так, вот тут видит меня. Подожди. Забрать. Ага, возьмите ключ-карту. Забрал. Вот это видит, нет? Нет, не видит. Оп, все, отлично. Ух! По стелсу вроде бы выполнил задание. Ладно, идем дальше. Кто там? Что такое? Это судмедэксперты? Кто их вырубил? Не теряй бдительность. Окей. Можно исследовать? Они будут проспаться головной боли, но, по крайней мере, живые, я так понял. А кто, я не понял. Как, типа, это же полицейский участок. Кто здесь? Так, вот он, этот ученый, да, я так понял? Или это Рассель Гул? А, это Рассель Гул. О боже. Белфри, Талия, Альгу здесь. Талия, Альгу! Идеально, будь осторожен. You know you can't. Ты знаешь, что не можешь победить меня. Это дочка, да, Рассель Гул, Талия. Мэтт вас не встречался. Моя возлюбленная хорошо тебя обучила. Разве твой любимый не сказал тебе? Желание мертвецов меня не волнует. Кроме того, я здесь, чтобы убрать беспорядок моего отца, которым в данном случае является сам демон. Ты сжигаешь своего собственного отца? Тебе будет трудно воскресить его, если он будет пеплом. Если только не в этом дело. Пол. Подожди, куда ты идешь? Талия Аль Гул. Дочка Рассель Гула. Это тот, с кем дрался, ну, Бэтмен, надеюсь. Okay, хорошо. Я нифига не понимаю, каким образом Рассель Гул замешан. Так, и что дальше? Ничего, кроме пепла. Талия isn't taking any chances. Талия не будет рисковать. Она воткнула в него нож. Судмедэксперты уже начали вскрытие Лэнгстрома. Ищешь ключ биодешифровки, возможно, устройство, использующее его генетический материал.